много машин. Ну, то есть отдыхающих приехало к нам в город. В выходной день, воскресенье сегодня. Все стоянки забиты машинами. И с той стороны трассы стоимость билетов на канатку. Вот даже есть 600 рублей для пенсионеров. Но все-таки большая скидочка. 300 рублей скидка. Это для вас, а вы уходите. Ванночку природную стали очищать, уже вон лесенки почистили. Море, речка.